футбол. Команду поздравляю с победой. Болельщиков наших с победой поздравляю. Тяжелый матч у нас за неделю, третья игра. Тяжелый переезд. Так что первый тайм почему где-то не хватало там свежести, ну не свежести, а именно контроля мяча где-то, потому что да, есть регламент. За час до игры хотя бы поливать поле. На таком медленном поле тяжело играть. Да, команда Мариуполь, длинная передача, за спину. Нет вопросов. Второй тайм, когда уже поле немножко стало быстрее. Уже играли и по счету. Было три контратаки хороших. Должны были из трех выжимать хотя бы один момент. Но во втором тайме надежнее сыграли в обороне. И говорится, уже игра была по счету. Так что команду в первую очередь спорили. Вопросы будут? Пожалуйста. Александр Николаевич, в первый раз в сезоне вышел смирный. Это связано с тем, что он сильно играет за дубль, или просто надо было усилить эту позицию? Усилить? Ну, может, вы были недовольны Морозюком? Коля уже чуть на ногах стоял. Что тут нужно было хотя бы выпустить свежего футболиста, да, который более свежее и более такой скоростный. Еще вопросы будут? Пожалуйста, Михаил Николаевич, сегодня не вышел на поле Дойлунд. Когда ожидать его появления в составе? Брали же вроде бы для... Вас волнует судьба Дойлунда? Ну, интересно все-таки, да. Все замены были по позициям по игре. У него еще будет время, чтобы выходить в основном состав. У него все впереди. Александр Николаевич, в первом тайме был такой эпизод, что кадр, активно жестикулируя, подбежал к Лужному и показывал на правый фланг. Что там был за момент, что его так обеспокоило? Ну, он показал, что там высоко поднимался очень внутри наши атаки Буяльские. Эта зона у нас была достаточно свободная, чтобы для перехода команды Мариуполя из обороны в атаку. Так что здесь уже он подсказал свое видение, и мы уже потом передали Буяльскому, чтобы он все-таки более ниже играл. Еще вопросы будут? Спасибо.